21 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с рабочим визитом посетит Францию. Об этом сообщил официальный представитель службы центральных коммуникаций Алтай Абибулаев. Сегодня в областном акимате состоялся брифинг в формате видеоконференц-связи, где стало известно и о третьем евразийском саммите женщин, который состоится 21 ноября в Астане. Продолжит Мирабгуль Салкимбаева. По словам Алтая Абибулаева, в ходе визита планируются переговоры с президентом Французской республики Франсуа Олландом. Это первая встреча глав государств после победы Олланда на президентских выборах. По его данным, товарооборот между двумя странами за январь-август 2012 года составил 4,9 миллиардов долларов, что на 32% больше показателей аналогичного периода этого года. Глава государства также встретится с видным политическим деятелем, бывшим президентом Европейского банка и реконструкции, господином Жаком Андаре и с представителями французских деловых кругов. В январе 2012 года мы отметили 20-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. В Казахстане в настоящее время зарегистрировано более 100 предприятий с участием французского капитала. Главной темой саммита, который пройдет 21 ноября, станет вопрос с расширением возможностей женщин путем развития деловых и экономических навыков. Также мероприятие продолжит республиканская выставка продукции женщин отечественных товаропроизводителей и мастер-классы ведущих экспертов. Как отметил Алтай Абибулаев, на сегодняшний день женщины Казахстана вносят значительный вклад в развитие страны. Их участие в социальной модернизации общества будет способствовать партнерству между государством и бизнесом в целях улучшения качества жизни. Учитывая большой интерес к изучению модели Нурсултана Абишевича Назарбаева, Назарбаев-центр и Министерство образования и науки закладывают новую традицию проведения ежегодных назарбаевских чтений с участием ведущих экспертов, политических деятелей и ученых всего мира. В назарбаевских чтениях примут участие политические деятели, известные ученые, эксперты из более 50 стран мира. Международные чтения пройдут по 5-панельным сессиям. Внешнеполитические инициативы Казахстана, новая экономическая модель, интернационное развитие, социальная модернизация Казахстана и строительство современного государства, рассказывает ответственный секретарь Министерства образования и науки Казахстана Алия Галимова. Кроме того, отдельно будут рассмотрены вопросы молодежной политики. Также в рамках чтений будут организованы книжная выставка и фотовыставка, посвященные главы государству. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.